Не забудьте подписаться на телеграм-канал, а также на остальные YouTube-каналы. Ссылки найдете в описании. Приятного просмотра. Это Беларусь, хочу на секунду не было. Хай! Привет, вы там на фортепиано играете? Привет! Нет, не просто, что-то колоночка. Да ладно, обманывать. Так, вы слышите, тут молодой человек играет на фортепиано. Ну вот, может, там кто-то у вас тоже играет на фортепиано? Привет. Привет. Кто у вас на фортепиано играет? Это колонка. Да ладно, серьезно? Серьезно. Ну как тебя звать? София. А меня Саша звать. Откуда с Соней будешь? С Крыма. Крыма? Ты россиянка, то есть? Да. Ну, круто. А это из какого города? Обязательно говорить? Ну, хочешь, не говори, но мне будет приятно узнать какого-то города. Алушта. Понятно, я из Москвы. Ну, ну музыку любишь никак, что ли? А? Музыку никак любишь? Очень люблю, давай, сыграешь что-нибудь? А какая у тебя любимая песня? Какой бабушкинской? Я на бабушкинской жил. И что? Брат, привет с бабушкинской. Привет с бабушкинской. Привет с бабушкинской, да, бабушкинской, привет. Ну, какая у тебя любимая песня, Сонечка? Сонечка. Сонечка. А? Это мелодичка. Шучу. Алёшка, а Софья. Знаешь? Ну, не знаю. Давай, сколько тебе годиков? 17. 17. Я не уверен, что я знаю песни, которые слушают молодежь 17 лет, но давай сейчас что-нибудь попытаемся найти общее. Поехали. Инстасамочку? Нет, сразу. Ладно. Что можно сыграть? Давай. Что может сыграть для 17-летней девочки дяденька, которому уже 38? Вот. Можно все сыграть. Вот реально, сыграйте свою любимую песню. Я хочу сыграть твою любимую песню. Давай. Помнишь? А ты смотрела фильм «Гардемарина» там? Алешка, Софья, помнишь? Смотрела? Нет. Не знаешь такую песню? Стоп. Может быть, да, подожди. Шикарно, шикарно. Ну ладно, давай, не знаешь, не смотрел этот фильм. Спасибо, спасибо, Кисуля. Ну давай, какие твои любимые песни? Песни? Да я не знаю, блин, в голове ничего не будет. Скажи просто «Черный кот». «Черный кот», вы знаете? «Черный кот», знаю. «Жил да был за углом», который? Да-да-да-да-да-да-да. О, прекрасный вкус! Согласен, да. Всех моих талантов... Тихо, а Михаил Шафутинский? Шуфутинский. Не, не 3 сентября. А что какой? Что-нибудь более классическое его. Классическое? Можно Михаила Круга? Я никогда не знал, что он был классиком. Нет, можно и Круга, можно и Шафутинского. Давай только по очереди. Сначала давай ему сыграем Шафутинского, а потом тебе сыграем Круга. Нормально? Хорошо. Давай. Как звать тебя, мил человек-то? Дмитрий, Дмитрий. Дмитрий, да. Дим. Привет. Да, привет, меня Саня звать. А что, вы там обнимаетесь, что ли? Нет. Он греет ей. Она ему греет подмышку. Да, а он ей, видимо, плечи греет, я понял. Так, Дим, так какие у вас есть классические произведения Михаила Захаровича? Можно, в принципе, то же самое 3 сентября, но просто это заезженная тема. Нет, пожалуйста, только не 3 сентября. Да. А то сейчас девушка... Это тоже заезженная тема. Сейчас от тебя девушка уйдет, давай не будем 3 сентября, не будем ее расстраивать. Напрягай мозг и думай, какая песня. Вот такая. Да,
Я вот. Знаю, что ты точно сыграть не сможешь. Денис Майданов, 48 часов. Ты был прав, действительно не смогу сыграть. Ты же испугалась так при слове 48 часов. 48 часов? 230. А у него еще есть классная песня про любовь. Как она называется? У кого? У Майданова. А я не особо знаю его репертуар, честно скажу тебе. Ну вот кого знаете? Вот Михаил Круга, давайте, «Золотые купола», пожалуйста. «Золотые купола душу мою радует». Слушай, я из Круга, Сонечка, смотри, из Круга я помню «Централ» и помню «В городском саду пахнет снег». «Централ». Да? Слушай. Весна опять пришла, и лучики тепла застенчиво глядят в мое окно. Опять застынет грусть. Нет. И в душу лезет грусть. По памяти пройдет. Не помню слова. Пойдет в разворошит и вместе согрешит, что с девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла, забыть ее не хватит сил. Ветер северный, и та по мысли зла немерено, лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский централ, ветер северный, когда я банковал, жизнь возьми. Ну не очко обычно любит Сонечка, а к 11 туз. Ну как-то так. Пока. Да, нет. Че, пока. Пока, человек. Ты даже песню не знаешь, что ты. Да знает, он имеет в виду. Пора, радуемся на своем веку. Это что ли? Красавица и копку, счастливо мокринку. Пока, чиваю перьями на шляпа. Судьбе не расшепнем, если боку. Ну, как-то примерно так. Ну, вы, я тебя вам. Люблю, брат. Да, ты просто I love you. Да, Сонечка, была бы ты чуть постарше, я бы спросил у тебя номер телефона. А так просто выслушаю твои комплименты. Ладно, я вам соврала, мне 18, серьезно. Исполнилось 7 февраля. Серьезно? Не обманываешь меня? Нет, могу паспорт показать. Ну, ладно. Тогда оставляй номер телефона. Если 18 есть, тогда можешь оставить, конечно. Я могу вам свою телегу дать. Свою телегу? Дай мне, пожалуйста, свою телегу. Блин, я забыл, как это писать. Что нажимать? Ну, там надо... Знаешь такую песню? Дай мне. Называется? Дай мне. Ночью и днем сгорать в огне грешной страсти. Что-то какая-то песня была такая, не помню. Ну, вон там был такой припев. Лена, иди, пожалуйста, целиком. Окольцован луною. Блин, кто же пел ее? Взя из лунного сна. Века маленькая. Да. На-на-на-на-на-на-на-на. Угу. Сонечка, пожалуйста. Понятно. Серьезно? Это твоя телега? Все. Все, да, только вслух ее не произносите. А знаешь, почему вслух ее не произносить? Почему? Потому что я не хочу, чтобы у тебя было много поклонников, а тебе кидают самые теплые слова и кидают сердечки, потому что вы
хорошие девочки. И даже один хороший мальчик. Инстаграм так же написан. Так же подписан. Нет, ваш инстаграм не видно, так что не бойтесь. Но просто красивые сердечки, видишь, вам сколько сердечек пихают. Очень мило. Да, 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 да. Это все вам. Люблю, братишка, как сегодня ваши делишки. Повыебываться надо голосом. Ну что ты матом ругаешься? Ну что ты? А, вот это сквернословишь. Я тебе в угол поставлю. Я его точно, я забыл. Нельзя. Да. Тапком. Осуждаю. Осуждаю, правильно. Что тебе еще сыграть, Соня? Блин, вы меня засмущали. Да, я такой, но я не хотел. Все ваши даже подписчики меня засмущали. Подписчики. Потому что им приятно. Да, кстати, можно посмотреть будет? Да, можно будет посмотреть. Да, и как называетесь? Ну смотри, у меня это YouTube. О, класс, заходи, Лерочка, быстро. Вот есть, это, только в конце допиши еще слово чат-рулетка. Это. Найду, обязательно посмотрю. Ну, это все, то, что... Это сейчас тут ее стрим. А ролик с тобой выложен на другом канале, на музыкальном. Там будет в конце написано музыку. У меня просто несколько каналов. Вот. У вас прекрасная реакция. Популярная. У вас прекрасная реакция. Спасибо вам за нее. Самое главное, и у вас приятная и очень добрая, искренняя улыбка. Она подкупает. Че? Правда, 18? Да. Да. Ну, ты исполнилась недавно, вот должна была клуб. Давай. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения тебя, Сонечка, с днем рождения тебя. Шикарно, все, я хлопаю просто, стоя, можно? Можно, можно стоя, можно сидя. Лежа. Но это не при всех, это потом в Телеграме обсудим. Все, зайка, я тебя обнимаю, я поскочу дальше. Рад был с тобой познакомиться. Все, хорошего вечера, хорошей ночи. Пока. Хорошего, вообще. Будешь по мне скучать? Ну, куда ты ушла? Я знаю, что будет она по мне скучать. Ну, вот такая вот, вот такие вот у нас... В Крыму живут... Такие у нас в Крыму живут жители...